Та-дам-та-дам. Привет, привет. Так, всем привет. Добрый вечер. Буду говорить привет, добрый вечер, привет, добрый вечер. Сейчас мы подождем минуты 2-3, чтобы все подключились и начнем общаться, начнем проводить нашу тренировку. Напомню, что темой сегодняшней тренировки является кардиотренировка для снижения веса. На самом-то деле я уже ровно месяц сидел и ждал, когда же наступит 29 сентября, 20.00, чтобы я подключусь к прямому эфиру и внесу свою лепту в этот марафон. Потому что это действительно классный марафон, в нем участвуют суперкрутые спикеры. И очень круто то, что вы можете выбрать для себя, попробовать на себе и выбрать для себя тот тип тренировки или нагрузки, который вам понравится, комфортен вашему телу или необходим в зависимости от цели и задач, которые вы перед собой ставите во время тренировки. Привет всем из Кипра, привет Кипр, привет Латвия. О, ничего себе, какая у нас сегодня, какая международная аудитория, привет всем. Вот, поэтому я очень рад был приглашению поучаствовать в качестве спикера в этом марафоне и рад познакомиться, собственно, с вами. Пока только виртуально здесь, но я думаю, что в конце тренировки мы с вами пообщаемся, вы мне зададите те вопросы, которые вас интересуют, или то, о чем я не скажу, мы еще подробно об этом поговорим. Скажите, пожалуйста, меня слышно хорошо? Видно, слышно? Привет, Афины! Ох, как классно! И США здесь! Ничего себе! Круто! Привет-привет всем! Итак, друзья, давайте поговорим, собственно, о сегодняшней тренировке. Еще раз повторю, что у нас будет тренировка для начинающих. Эта тренировка не для профессионалов, для людей. Она будет адаптирована для людей любой физической подготовки. Повторю, что это кардиотренировка, это сложно-интенсивная тренировка. Она направлена на увеличение выносливости, улучшение работы дыхательной и сердечно-сосудистой системы. В качестве топлива наш организм использует гликоген и подкожный жир. Поэтому кардиотренировки, они так популярны для коррекции фигуры, снижения веса. Вот, поэтому тренировка, повторюсь, будет сложно интенсивная. И хочу сказать сразу о том, что если вдруг вам сложно, у вас есть одышка, головокружение, сдавило виски, чаще всего там какой-то дискомфорт под ребрами, не дай бог затошнило. Мы не готовимся к Олимпиаде, мы все заботимся о нашем здоровье, поэтому можно подышать, подождать и спокойно-спокойно продолжить. Очень внимательно следим за своим самочувствием. На самом-то деле, чтобы кардиотренировки проходили продуктивно и правильно, в идеале мы должны следить за частотой сердечных сокращений. У мужчин и у женщин это определенное число ударов в секунду. Следим мы благодаря пульсометру. Но я уверен, что сегодня не у всех он есть на руке, поэтому, опять же, мы будем полагаться на внутреннее самочувствие, будем слушать свое тело, и если мы легко переносим тренировку, готовы идти дальше, мы работаем со мной в одном темпе, если вдруг станет тяжело, то мы как бы подождем и продолжим. Наша тренировка будет состоять из двух длинных кругов, в каждом круге по 12 упражнений разных, разной направленности, будем мы их делать интенсивно. Поэтому мы хорошенечко пропотеем в конце дня, а может у кого-то и не конец дня, я уже понял, что нас смотрят разные аудитории из разных стран. Вот, что хочу сказать по поводу тренировок, кардиотренировок. Мои рекомендации, ну и вообще это правильно, обязательно вы должны находиться в спортивной обуви, в комфортной, потому что элементарные упражнения, такие как бег, они просто кажутся такими простыми, но на них можно случайно ступиться и подвернуть ногу. Поэтому комфортная обувь спортивная очень важна, потому что у нас много прыгательных упражнений. И в носках или босиком это, во-первых, будет некомфортно, травмоопасно. В общем,
Обязательно обувь. Дальше нам на тренировке понадобится коврик, но вот у меня мягкие, поролоновые, но можно, в принципе, и без коврика, потому что никаких мы падающих движений делать не будем, не поударяемся, но если у вас есть коврик, то это будет замечательно. Потом у меня водичка. Что касаемо воды, мы не стесняемся пить воду, если хочется очень сделать несколько глотков воды, мы останавливаемся, чуть-чуть попили, подышали, продолжаем. Но у нас будут между каждым, в каждом кругу по 40-50 секунд перерыва, когда мы успеем чуть-чуть подышать, восстановить пульс и выпить водичку, если хочется. Воду пить нужно, но не напиваться ей, не так, чтобы мы потом делали какие-то упражнения, она в животе булькала, все. Это будет доставлять дискомфорт, это неправильно, поэтому по чуть-чуть можно пить водичку. Также у меня с собой полотенце, собственно, больше ничего нам не надо. Мы сегодня будем работать собственным весом, все упражнения будем выполнять только со своим телом, поэтому я думаю, что можно будет уже скоро начинать. Да, уже 130 человек, нас 132. Ребята, всем привет еще раз. Я совсем забыл представиться. Меня зовут Степан, я персональный тренер, преподаватель лечебно-физической культуры, фельдшер, мастер спорта по спортивной акробатике. В прошлой жизни работал гимнастом в цирке Никулина, а сейчас все свое дело посвятил фитнесу, тренировкам, реабилитации, поэтому... Если тоже какие-то вопросы потом в конце тренировки будут возникать именно по моей профессии, можете тоже их задать. Я думаю, мы можем начинать. Друзья, еще раз скажу, что у тренировка сложная, интенсивная, и у нее есть ограничения. Ограничения в состоянии здоровья для людей, у которых есть патологические или просто заболевания сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта. Если вы чувствуете себя плохо, вы простывший или простывшая, то тоже я как бы заниматься не рекомендую. С температурой заниматься тоже нельзя. От этой тренировки мы получим больше вреда, чем пользы. Вот, при беременности, конечно, не рекомендую. Но это не значит вот эту всю категорию людей, которые я отнес к ограничениям, им нельзя заниматься. Можно заниматься, просто вид тренировки и нагрузки должен быть другой. Во-первых, он должен быть одобрен врачом. Во-вторых, тренировка должна проходить со специалистом, который будет знать особенности вашего организма, особенности вашего тела, ваше заболевание или отклонение какое-то, и уже непосредственно для вас будет составлена тренировка. Вот. Также хотел бы сказать про ограничения для людей с очень избыточным весом, поскольку у нас будет много прыгательных упражнений, вот, тоже... Я бы советовал не заниматься, а если будете заниматься, то супер аккуратно, мы не спешим, а бы тоже себе не сделать хуже, и чтобы тренировка принесла только удовольствие и пользу нашему организму. Итак, друзья, мы начинаем нашу тренировку. Любую тренировку мы начинаем с разминки. Зачем нужна разминка? Чтобы подготовить наш организм к нагрузке, чтобы во время упражнений, которые мы будем делать, мы не получили никакой травмы, никакого дискомфорта, чтобы мы разогрелись, чтобы наш организм был готов. Поэтому мы сейчас начинаем с разминки и потом приступим, собственно, к основной, самой интересной части, к нашей тренировке. Итак, еще раз я сейчас, чтобы мне не мешало, выключу комментарии, а потом мы в конце тренировки включим. Итак, скажите, пожалуйста, меня видно... я выключу комментарии. В общем, я себя вижу. Надеюсь, вы меня тоже хорошо видите. Начинаем мы сверху нашу разминку. Руки на пояс. Делаем круговые движения головой вправо. Такой полукруг. Влево, посмотрите. Вправо, влево. Не закидываем голову назад. Аккуратно разминаем шею. Есть. Дальше круговые движения плечами назад. Раз, два, три, четыре, пять. 6, 7, 8, 9 и вперед. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Выдох. Закрываем грудную клетку.
Вдох. Набираем полную грудь воздуха, растягиваем грудь, сводим лопатки. Выдох. Вдох. Ладошки в потолок. Выдох. Так, выдох. Продолжаем, извиняюсь. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Руки на пояс. Поворот головы вправо, влево. Пошли. Маховые движения руками вверх. Раз. Выдох. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Руки в стороны и рисуем ладошками кружки. Угу. Разминаем плечи. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. 10. Хорошо. Руки на пояс, таз на месте, ноги на ширине плеч. Делаем скручивание корпуса. Выдох. Вправо. Влево. Вправо. Влево. Вправо. Влево. Вправо. И влево. Руки на поясе. Скользим правой рукой по правой ноге вниз. Раз. Вверх. Два. Три. Чувствуем легкое растяжение в левом боку. Пять. Шесть, семь, восемь и влево восемь. Раз, скользим левой рукой по левой ноге. Два, три, четыре, пять, шесть, семь. Молодцы. Колени прямые, делаем наклоны к правой, к левой посерединке. Такие легкие. Чувствуем небольшое натяжение в задней поверхности бедра. И к левой пять. И посерединке 5. Раз, два, три, четыре. Хорошо. Разминаем колени, положить ладошки на колени. Круговые движения. Раскрываем колени, сводим. Раскрываем, сводим. Наружу. Три, четыре, пять. И вовнутрь. Раз, два, три, четыре, пять. Молодцы. Хорошо. Разминаем голеностопы. Носочек стоит на полу. И делаем такое круговое движение стопой. И левая нога. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Разминаем кисти. И, собственно, наша такая быстрая разминка закончена. И мы приступаем к первому блоку нашей кардиотренировки для снижения веса. Начнем. Друзья, делаем прыжки. Прыжок ноги брось, руки наверх, лобок. Прыжок ноги вместе, руки вниз. 20. Раз, два, три, четыре, пять. 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Отлично. Ноги на ширине плеч, руки замок перед собой. Смотрите, делаем присед и делаем такой полувыпад назад. Правая назад, левая назад. Мы не встаем вверх. Правая, левая. Усложненный вариант для тех, кто долго тренируется. Мы с ногой опускаем руку на пол. Правая, левая, правая. Итак, поехали. Тоже двадцаточка. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Отлично. Еще 10. Раз. Не забываем дышать, не задерживаем дыхание. Вдыхаем через нос, выдыхаем через рот. Еще 4, 3, 2, 1. Хорошо. Руки за головой, ноги на ширине плеч. Делаем прыжок, ноги вместе. Прыжок, ноги врозь. Скручивание, локоть, колено, локоть, колено. 15 раз. Поехали. Вместе, врозь. Выдох, выдох. Вместе, врозь. Уже 2. Вместе врозь. 3. Вместе врозь. 4. 5. Если кому-то сложно делать 6, все 15 раз со мной, то может остановиться, подождать. Потом продолжится следующее упражнение. 8. 9. 10, 11, 12,
13. Молодцы. 14. И еще разочек. 15. Отлично. И принимаем положение лежа на полу. Я покажу боком. Смотрите. Ложимся на пол. Ноги согнуты. Руки опущены на пол. Отрываем плечи, лопатки, голову. И делаем скручивание к правой пяточке, к левой пяточке, к правой пяточке, к левой. 20 раз. Каждое скручивание, выдох. Поехали. И выдох. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Отлично. Все, друзья, у нас сейчас 30 секунд на то, чтобы быстро выпить воды, подышать, и мы продолжаем. Смотрите, какую классную бутылочку мне прислали Coral Club. Супер удобная и не пластиковая. Это главное. Так. Ага, у нас еще 15 секунд. И мы начинаем следующий блок. Это будут другие упражнения. Повторяюсь. Все три блока будут разные. Потом вы сможете посмотреть эфир и, в принципе, выбрать упражнение, которое вам подходит или которое вам понравится. Потому что разнообразие в тренировках это тоже очень важно. Все, я заболтался, поехали, начинаем следующий блок. Руки в замок перед собой, присед, прыжок, ноги вместе, ноги брось, выпрыгивание, сесть. Вместе, брось, выпрыгивание, сесть. Уже 3, 4, 5, 6, 7, 8, знаю, тяжело, ноги горят, 9, 10, еще 2, 11, 12, хорошо, встряхнули чуть-чуть ноги, угу. Отлично, принимаем положение упор лежа, как для отжиманий, и делаем сейчас ногами скручивание, колено диагональ вправо, влево. Готовы? 20. Поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, десять, девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два. Молодцы. Вдох-выдох. Принимаем положение сидя. Руки за собой. Кисти развернуть. Обратная постановка кистей. Угу. И смотрите, делаем велосипед. Правую ногу вытянуть, левую. Правую вытянуть, левую. Пошли, 30. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Не задерживаем дыхание, дышим. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 10, 9, 8, 7, молодцы, 6, 5, 4, 3, 2, супер. И еще одно упражнение, и чуть-чуть передохнем. Прыжки бокс. Упражнение руки перед собой в кулаках, ноги вместе, делаем прыжок, ноги бросим, удар, выдох. Прыжок, ноги вместе, кулаки к себе. Поехали, делаем 30 раз. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 20. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 30. Есть, супер, отдыхаем. Сейчас отдыхаем 50 секунд. Фу, жарко. Думаю, вы тоже разогрелись. У кого-то, наверное, горят ноги, будет вообще ад. Что это за тренировка, друзья? Ко всему привыкаешь. Для новичков тренировка идет 20-25 минут. Для людей, которые уже тренируются подольше, она идет там от получаса до 45 минут. Это такая интенсивная тренировка, супер продуктивная. Поэтому сейчас даем нашему организму подышать, пульсу восстановиться чуть-чуточку. И мы продолжим. У нас еще с вами 25 секунд отдыха. Угу. И следующий блок мы тоже делаем еще 4 других упражнения, совершенно с
совершенно не такие, которые мы делали перед этим. Потом мне напишите, какое упражнение вам было делать сложнее всего, а какое больше всего понравилось. Но чаще всего говорят, что понравилось самое легкое или самое такое выкрутасное. Шутка. Так, друзья, поехали. Начинаем мы с положения ноги на ширине плеч, руки замок перед собой. Просто делаем мах, удар, смотрите. И удар от себя, удар носок. Выпрямить ногу, выпрямить. Как будто мы хотим скинуть кроссовок с ноги. Такой хлесткий удар. Поехали. 16. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Одиннадцать. Двенадцать. Выдох. 13. 14. 15. 16. Отлично. Садимся на коврик. Руки за голову. Ноги прямые. Вот так меня видно. Ага. Руки за головой, стараемся спину держать ровно, макушка в потолок. И делаем мах прямой ногой вверх-вниз, и потом скручиваем локоть в колено. Поехали, 12 раз. И правая, вверх-вниз, локоть-колено. Левая, локоть-колено. Прямая, согнутая. Прямая, согнутая. Прямая, согнутая. Прямая. По-моему, это уже 6. Прямая, 7. Прямая. 8, прямая, согнутая, 9, прямая, согнутая, 10, еще 2, чувствуем, как уже ноги горят, молодцы, хорошо, угу. Чуть-чуть подышать, и не встаем с коврика, ложимся обратно, сейчас у нас будут скручивания, ноги согнуты, руки перед собой, и сейчас мы делаем упражнение, как будто нас вытягивают за руки вперед, руки идут между ног, проходит, отрываем голову, плечи, лопатки, делаем выдох и ложимся на вдохе обратно. И выдох. И выдох. Два. И выдох. Три. Четыре. Пять. Шесть. Хорошо. Семь. Восемь. Девять. Десять. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Отлично. Встаем. И еще одно упражнение и отдохнем. Прыжки, ножницы, руки перед собой, ноги на ширине плеч. Делаем скрестный прыжок, ноги накрест, руки накрест. Ноги, руки врозь. Накрест, врозь. Меняем то правую вперед, то левую. Поехали. Скрестно, врозь. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Еще десятка. Раз, два, три, четыре. 5, 6, 7, 8, 9, 20. Супер, отдыхаем. Вот этот большой круг из 12 сложных упражнений мы прошли. Сейчас мы отдыхаем еще 35 секунд и начинаем еще раз этот круг сначала. Друзья, повторяю для тех, кто устал, не гоните, делайте постепенно, там устали это упражнение сделать, чуть-чуть сделайте небольшой перерыв. Потому что мы заботимся прежде всего о вашем здоровье и о том, чтобы вы чувствовали себя хорошо. Тренировка должна идти на пользу, поэтому не насилуем себя. Если нужно, делаем какой-то перерыв, момент, чтобы подышать, попить водички. И продолжаем, мы еще не заканчиваем, у нас еще целый круг. А мы, кстати, его уже и начинаем. Итак, друзья, начинаем все сначала. Прыжки, ноги врозь, хлопок, прыжок, ноги вместе, руки вниз. Поехали, 20, раз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Раз, 2, 3, 4, 5, молодцы. 6, 7, 8, 9. Классно, есть. И теперь в приседе выпады назад, эти полувыпады. Сейчас буду делать облегченную форму. Напомню, что кому слишком легко, то делаем тогда с рукой на пол. Какая нога, такая рука. Я делаю облегченную форму, полувыпад. Итак, приняли положение присед. 20 раз. Раз, приставили. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, молодцы. 7, 8, 9,
20, отлично. Хорошо, чуть-чуть стряхнули ноги. Угу. И руки за голову, пошли. Прыжок, ноги вместе, ноги врозь, скручивание локоть-колено, локоть-колено. Сейчас делаем всего 12 раз, поехали. Вместе врозь, локоть-колено, локоть-колено. Раз, выдох, выдох, два, выдох, выдох, три, четыре, пять, шесть, еще шесть, шесть. Пять, четыре, молодцы, три, два, отлично, и ложимся на спину, ноги согнуты, сейчас будем делать боковые скручивания к пяточкам, вправо-влево, тоже 20 раз, так, ноги согнуты, голова, шея, лопатки оторвать, руки прямые, и пошли к правой пяточке, к левой, и раз, два, три, четыре, выдох, выдох, шесть, семь, восемь, девять, десять, девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, молодцы, отдыхаем, 40 секунд, тик-так, время пошло, ой, друзья, мне жарко, не знаю, как вам, потом скажете, как вы себя чувствуете, как чувствовали себя во время тренировки, но, видите, я даже покраснел, это мое чудо-полотенце. И наушники попадают еще. Так, отдыхаем. Еще успеем попить водички. Мало одного. Вот, два в самый раз. Так, друзья, начинаем мы новый блок через 5 секунд. Две пружины, выпрыгивание вверх. Делаем это 10 раз. Пружина, прыжок. Итак, поехали. И пружина, прыжок. Присед, прыжок. Присед, три. Присед, четыре. Присед, пять. Присед, шесть. Присед, семь. Присед, восемь. Присед, девять. Присед, десять. А, ноги горят, отлично. Чуть-чуть стряхнем их, ага. И принимаем положение упор лежа, как для отжиманий. И делаем скручивание, диагональ колена подтягиваем. Правое, левое. 20, поехали. И выдох, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Отлично. Фу, руки тоже стряхнули. Угу. И понимаем положение сидя. И сейчас делаем велосипед. Не 30, сейчас 20 раз. Чуть-чуть поменьше, чем в первом кругу. Так, ноги согнуть, оторвать. Руки стоят в упоре за собой, обратный упор. Поехали. Вытягиваем правую ногу. Выдох. Раз. Меняем левое. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, есть. И быстро-быстро встаем и делаем прыжки бокс. Помните, наверное, да? Ноги врозь, удар. Ноги вместе. 20 раз, не 30. Поехали. И выдох. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, 4, 5, выдох, 6, 7, 8, 9, хорошо, отдыхаем, отлично, ух, отдыхаем, супер, еще 40 секунд подышим и сделаем третий заключительный блок, ой, жарко, правда, супер, горим. Как раз таки вот в такие моменты, когда доделываем блок, мы можем последить за частотой сердечных сокращений, если есть пульсометр. Фишка в чем? Главное, чтобы он не превышал ваш предел. Предел у мужчин легко посчитать по формуле. От 220 нужно отнять ваш возраст. Вот это та максимальная планка,
через которую нельзя перешагивать для женщин, а 214 нужно отнять возраст тоже. Вот если как бы мы перешагиваем, тоже тренировка не на пользу, как бы можем потом плохо себя чувствовать. А если как бы у нас все держится стабильно, нам хватает времени перерывами между подходами, чтобы восстановиться, тогда все классно и продолжаем тренироваться, собственно, то, что мы будем делать сейчас. Итак, у нас остался еще один блок из 4 упражнений, а потом мы закончим нашу первую вводную тренировку. Я включу чат, и мы пообщаемся. Итак, друзья, пошли. Ноги на ширине плеч, руки за пол перед собой. Делаем мах, удар. И право, выдох, лево, право, лево. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Молодцы. 2, 1. Отлично. Хорошо. Принимаем положение сидя. Руки за головой. Ноги прямые. Повторюсь, спина. Стараемся держать ее ровно, хотя очень сложно. Итак, поехали. Мах ногой вверх, вниз. Делаем скручивание локоть, колено. Погнали. Давайте с левой. И левая вверх, вниз. Локоть, колено. 1, 2. Скручивание, выдох. 3, 4. Кстати, мы на 12 делаем. 5. И выдох. 6, 7, 8, 9, 10. 1. Молодцы, хорошо. Принимаем положение лежа и делаем скручивание. Помните, как будто нас за руки вытягивают вперед. 20 раз. Поехали. И 1, 2, 3. Скручиваем, выдох. 4. Отрываем голова, шея, лопатки вверх. 6, 7, 8, 9, 10. Молодцы. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Есть! И осталось нам сделать прыжки-ножницы, и мы будем завершать. Ну что, давайте добьем. Кто может 30, делаем 30. Кому же тяжело, устал очень, делаем 15. Кто что-то между, делаем 20. Я сделаю 30 со всеми, чтобы всех поддержать. Поехали, ноги на ширине плеч, руки перед собой, погнали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Есть, супер, ребят, отдыхаем, походим, подышим, сейчас не ложимся, не стараемся не сидеть, дадим организму правильно восстановиться, если нам нужно, попьем водички, мы не отключаемся, мы сейчас пообщаемся. Фух, сам, если честно, с отдышечкой. Ну ладно, я не стесняюсь, потому что я с вами, я немного переживал, хотел, чтобы все прошло очень круто. Друзья, хочу вам рассказать, что в четверг вас ждет прямой эфир, в четверг, точнее, 1 октября вас ждет прямой эфир с Анеттой Орловой, на котором вы узнаете, как сформировать правильное питание, правильные привычки и не стать заложником диеты. И как сохранить мотивацию при вот этом, при всем, при правильном питании, потому что это, правда, тяжело. И на самом деле хотел сказать то, что правильное питание, сон и тренировки – это 3 основополагающие нашего успеха в спорте, в здоровом образе жизни. Нужно, чтобы мы правильно восстанавливались, хорошо, сбалансированно, правильно питались, и тренировки были тоже правильные. Правильные, заело, масло масляное. Ну, в общем, вы меня поняли, то, что я желаю вам здоровья, поэтому стараюсь поделиться всем. Итак, еще хотел сказать, что каждый из эксперт нашего марафона, он готовит свой такой чек-лист по своей тренировке, по рекомендациям, в котором идет четкое описание, идет комплекс упражнений, которые вам в дальнейшем помогут заниматься
правильно прислушиваться к своему телу, правильно выстраивать тренировочный план, процесс, и там еще множество разных секретиков, но он доступен будет только для тех, кто зарегистрируется на сайте, который будет, собственно, указан в нашем профиле. Вот. Собственно, все рассказал, супер, самое важное. Теперь я включаю чат и послушаю, что вы мне расскажете. Друзья, я весь во внимании. Так, если еще кто-то зашел попозже, я не успел познакомиться, то здравствуйте еще раз. Рад был вас видеть на своей тренировке. Меня зовут Степан. Я преподаватель лечебной физической культуры, персональный тренер, фельдшер, мастер спорта по спортивной акробатике. Фух, вроде все сказал. Как вам тренировка? Скажите, как самочувствие? Да, классно, классно, да, это тоже такая первая мысль после тренировки, быстрее в душ, конечно, все вымокли, отлично. Друзья, ну, может, кто-то, кому-то что-то интересно, кто-то хочет спросить, хочу рассказать еще о том, что вот эта тренировка, которую мы сделали, это, в принципе, программа для новичков такой средней сложности, не супер простая, поэтому, кто выдержал все, я вас поздравляю, вы большие молодцы. Также хочу сказать, что правильные тренировки вводные для новичков длятся 20-25 минут. Дальше, когда вы уже через 7-14 дней, у кого-то дольше, у кого-то раньше, когда вам уже этой нагрузки будет не хватать, будете слишком легко ее делать, конечно, программа усиливается. Еще главным принципом и моим советом является то, чтобы вы делали разные тренировки, чтобы они были смешанные, чтобы упражнения каждый раз повторялись, ну или хотя бы раз в неделю, потому что организм привыкает к одной нагрузке. Так, почитаю пока, что-то я только болтаю. Так, Степан, хорошее самочувствие, спасибо. Спасибо и вам, мне очень приятно. Спасибо вам огромное. Так, да, дыхание трудно перевести. Поэтому мы не сидим, как я сейчас с вами разговариваю, а мы просто ходим, дышим, аккуратно вдыхаем спокойно через нос и плавно выдыхаем через рот. Нет, каждый день эту тренировку делать не нужно. Для новичков такой нагрузки хватит 3, максимум 4 раза в неделю, если вы быстро восстанавливаетесь. Конечно же, когда уже вы там будете суперспортсменом, у вас будут суперцели, тогда можно увеличить количество повторений. Но для, именно для снижения веса, если придерживаться трем основным правилам сон, питания, тренировки, то такой интенсивной тренировки хватит вам 3 раза в неделю, ну, в крайнем случае 4. Так, нет, это не на каждый день, это очень сложно каждый день. Вы должны отдыхать, восстанавливаться. Спасибо большое, мне очень приятно. Да, да, для тех, кто практикует бег по утрам, там, ну, неважно, то такая тренировка, в принципе, она не была особо сложной, потому что у них уже нормально все с дыханием, с процессами восстановления, поэтому все ок. Для бегунов, правда, это не сложно было, наверное, напишите. Так, да, конечно, потому что на первом блоке я, почему третий комплекс и второй был полегче, потому что первый блок ты даешь такую забойную, чтобы человек разогрелся, все самое сложное, и потом уже нагрузка идет немного на уменьшение, чтобы, во-первых, проработать все группы мышц, и человек как бы не растерял все силы, не доделав полный круг упражнений, чтобы все прошло по плану. Поэтому я, правда, я делал сложность упражнений, уменьшалась к концу нашего круга. А в какое время? Это индивидуально. Есть люди, ну, как бы, мы же, у нас же у всех разная занятость. Кто-то офисный работник, работает там, встает в 6 утра, выезжает и приезжает домой после 6, у него есть время, чтобы потренироваться вечером. У кого какой график и у кого какой организм? Мне, допустим, легче тренироваться после обеда. Это такой мой пик активности, мозг работает, хорошее тело. Вечером я уже немного уставший, а с утра я такой, знаешь, зомби. Поэтому абсолютно индивидуально, ну а если не индивидуально, то подстраивайте тренировку под ваш ритм жизни, чтобы вам хватало на нее сил и времени. Так, если колени болят, когда делать такие нагрузки больше месяца? Есть какое-то упрощение? Да, конечно. Я говорил про проблемы опорно-двигательного аппарата, и сегодня тренировку давал такой общие нагрузки, я не
давал какие-то специальные компенсаторные упражнения, которые, компенсаторные упражнения, которые не будут нагружать колени, поэтому есть множество разных упражнений и программ кардиотренировок, которые можно выполнять дома или в зале и не перегружать колени, не перегружать какие-то части опорно-двигательного аппарата, которые у вас повреждены или болят. Вот, все очень индивидуально. Сегодня была тренировка для людей, которые здоровы и готовы идти в бой, ну или хотя бы чувствуют себя супер и знают, что они это сделают 100%, и тренировка пройдет отлично. Так, я танцую много лет, нет больших проблем с дыханием, много упражнений знакомы, но это был удачный подбор. Спасибо большое, я старался подобрать упражнения, которые смогут, в принципе, сделать люди любой подготовки, поэтому очень приятны ваши комментарии. Друзья, мне 54 года, ничего не делаю в своем темпе, разогреваюсь хорошо, чувствую себя отлично. Вот, правильно, видите, вы прислушались к моим советам, и самочувствие супер после тренировки. Так и нужно было, потому что я гнал тренировку, чтобы все успели, чтобы люди, которым было легко, они получили полный комплекс упражнений, а люди, которым хватило нагрузки на первом круге, ничего страшного, все мы разные, все уникальны по-своему, поэтому кто-то устал на первом круге и дальше смотрел на меня, как я скачу, и сейчас общается, это все нормально, это первый год тренировки, вы также, повторяю, что упражнений было много, вы можете их взять за основу и варьировать, подобрать для себя какой-то комплекс и делать его, пока вы к нему не привыкнете, потом, когда вам станет легко, вы можете поменять его и делать какую-то другую программу, миллион упражнений в интернете от разных инструкторов, поэтому множество разных фитнес-программ, множество различных пособий по реабилитации, если у вас есть какие-то проблемы, вы можете оттуда взять упражнения. Главное, повторяю, при направленности кардиотренировки обязательно следите за частотой сердечных сокращений, а именно за пульсом, чтобы тренировка шла вам в пользу, а не во вред. Вот, чтобы не превышал вашего предела. Повторюсь, что предел у мужчин нужно от 220 отнять ваш возраст, у женщин от 214 отнять ваш возраст. Друзья, безумно рад был с вами сегодня позаниматься, пообщаться. Надеюсь, моя тренировка вам понравилась. Что-то я сказал, то, что вы не знали, и это пойдет на пользу, а что-то повторил. Рад был очень вас видеть. Очень рад, что я поучаствовал в этом марафоне Fat for Fit от Coral Club. И желаю вам удачи, здоровья, достижения ваших целей, чтобы у вас все получалось. Будьте здоровы. Всем доброго утра, доброй ночи. В общем, отдыхаем. Все, всем пока-пока.